Любые запчасти на любую иномарку. Жукова 21 и Северный 7. Я здесь вроде. Здесь, да. Ты хочешь на коленке носить? Николаевич, с победой, что сказать. Вы знаете, я сегодня команду в раздевалке поблагодарил. Мы сегодня играли хорошо. Мы проиграли сегодня, знаете, ну, есть индивидуальные ошибки. Так, если посмотреть, ну, таких, ну, соска нельзя делать такие вещи, да. Вот, ну, ребята сражались, бились, и немножко подвинулась опять игровая дисциплина. Вот здесь нам надо работать, да, над этим. Сражались. У нас еще есть одна игра в запасе в Москве. Ну, я думаю, что сегодня очень хорошая игра получилась для зрителей. Играли две очень хорошие команды. Нам, наверное, больше повезло. С победой нас. Спасибо. Спасибо. Вопрос вам. С победой. Великолепная команда начала. Две быстрые шайбы. Что случилось потом? Вот этот шквал был атак. И за счет чего все-таки удалось перестроить игру, победить ЦСКА? И прокомментируйте, пожалуйста, нападение на шестерке. Слишком много вопросов. Накопилось, да. Но забили две быстрые шайбы, наверное. Вот это на первый раз вопрос. А второй вопрос, наверное, ну, начали играть в свою игру. Добились того, что команда стала играть в свою игру. После этих проигрыша. И, ну, а шестерки на пускай судьи разбирают. Прокомментируйте, пожалуйста, нападение Телегина на шестерке. Что вы сказали? Не, что вы сказали? Судьи разбираются. Олег Валерьевич уже ответил на этот вопрос. Пусть судьи разбираются. А ваш комментарий? Я вам скажу словами Олега Валерьевича. Пусть судьи разбираются. Да, еще вопрос, пожалуйста, коллеги. Олег Валерьевич, вопрос вам. Скажите, пожалуйста, а вам игра грубой со стороны гостей не показалась? Или можно назвать суперслабой, привычным стилем ЦСКА? Ну, обычный хоккей. Я думаю, что все хотели победить, и они, ну, и были столкновения, были драки. В принципе, это, я думаю, что для зрителей это очень хорошо. Эмоции, которые стояли на площадке, гасили в раздевалке или за счет этих эмоций пытались как-то, может быть, перевести матч в бой? Ну, когда проигрывали, наверное, не гасил эмоции, а когда выигрывали, наверное, да. Перевес по броскам 37-21, кажется, в пользу ЦСКА. Это означает, что была установка на игру на контратаке и тогда. Да нет, конечно, ничего, никакой установки не было. Но у нас каждую атаку нужно доводить до броска. Поэтому мы очень мало бросаем поворот. Последний вопрос, пожалуйста. Олег Валерьевич, сегодня шестерка сделал две голевых передачи. На вашей памяти был матч, когда так вратарь не только отражал, но и раздавал передачи. Вы думаете, я все помню на моей памяти? У меня игра прошла, и все, и хорошо. Спасибо большое, коллеги. До свидания. Идем со мной. Сюда приду, что ты бушем ходишь, что ли? Ходи, что ли? Салатич. Yes. У вас есть тормозные колодки? Резина. Чехлы. Будут долго ходить. На три сезона хватит. Идеально подойдут. Быстро. Качественно. И недорого. Любые запчасти на любую иномарку. Жукова 21 и Северный 7.